жизнь была прекрасная. Харьков очень красивый город. Очень больно смотреть на то, что сейчас происходит с нашим городом. Все, что строилось, он обновлялся каждые полгода. И, по сути, когда это все ломается одной ракетой, это очень больно цепляет где-то в глубине. Самое страшное было не услышать, что кто-то не ответит в этот день. Для меня, на самом деле, было не столько важно выбраться самому, сколько вывести своих родных и близких. Попри те, що хлопець перебував у місці, де не вщухали обстріли, разом із друзями вирішили допомагати не лише харків'янам, а й жителям інших регіонів, де так само розривались ракети. Оскільки сам Роман наразі є студентом, а в подальшому планує стати медиком, напрямок діяльності неважко було спрогнозувати. Ми знайшли ком'юніті врачей, де вони безплатно оказували допомогу пацієнтам. Там проблема була в тому, що це було все хаотично, немножко неорганізовано, не всі читають правила. Естественно, кто-то пишет вопросы, которые не касаются тем, и так далее, и так далее. Мы поэтому предложили администраторам и владельцам этого чата, что давайте мы сделаем бот, который это все структурирует и организует. Большая часть обращений у нас идут из подвалов о том, что мы не можем выбраться, или там из сел, где повыезжали все врачи. Это самое частое. 14 тысяч человек нам благодарны за то, что мы нашли им врача. Как бы это стоит того, я считаю.